Российский аналог ТикТока с образовательным контентом запустят в начале 2022 года. В новом приложении школьники и студенты смогут записать короткие видео, которые внедрят в школьную программу. Сейчас создатели проекта и эксперты проводят конкурс среди будущих авторов. Заявки на участие подали более 10 тысяч человек. Они проходят бесплатное обучение, после которого в течение месяца подготовят образовательный контент. Эксперты учат детей основам кадропостроения, кинематографии, особенностям работы со сценарием. Участники проекта записывают ролики на различные образовательные темы, среди которых обзор книг, мастер-класс по созданию украшений, разбор задач по математике, театральная зарисовка исторических событий. Готовый материал попадет в приложение. Затем 400 школ смогут внедрить контент в образовательный процесс. Новая площадка будет гарантировать достоверность информации. Предполагается, что проект охватит всю Россию, в том числе отдаленные сельские школы.